Всем привет! Продолжим обзоры на самолеты. Следующий после Су будет МиГ-31 от Звезды, артикул 72-29 в 72-м масштабе. Набор поновее, чем Су-27, собирать было намного приятнее и удобнее. Компоновка для Звезды классическая, это красивая крышка, коробки, картонная коробка, где лежат детали. Состав набора 5 литников с деталями, подставка под модель, лист с декалями и инструкция. И немного истории и фактов. МиГ-31 это двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан ОКБ-155, а ныне это ОКБ-МиГ. Разработан на базе МиГа-25 еще в 70-х годах. Это первый советский самолет 4-го поколения. Эксплуатируется с середины 81 года по настоящее время. Сам самолет предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на разных высотах и в любых метеоусловиях. А первоначально разрабатывался для перехвата крылатых ракет во всех диапазонах высот и скоростей и других низколетящих объектов. Боевая нагрузка 5 тонн на 8 крепежных элементах, вооружение 23-миллиметровая пушка, ракеты воздух-земля большего радиуса действия и ракеты воздух-воздух всех дальностей. Максимальная скорость МиГа на малой высоте 1500 километров, на большей высоте 2,7 маха, это где-то 3000 километров в час. Максимальная практическая высота 21,5 километра. Как я уже сказал, набор было намного легче собирать и поприятнее по сравнению с предыдущим Су. Где-то сверху закреплю, как раз можете посмотреть на него обзор. Были небольшие сопли на деталях. Порадовало, что была вложена подставка под модель. Пригодится, кто собирает в летном положении. Это как бы, ну, один из плюсов. Расшивка хорошо выражена. Имеется экипаж из двух фигурок на литниках. И готовую модель можно посмотреть на фотографии. Повторяюсь, собирал без краски и вооружения, так как нужно было для работы. Использовалось меньше шпаклевки, что позволило собрать модель за пару дней. Это на самом деле плюс, так как сушкой я возился около недели, ну, по вечерам. Набор покупал где-то за 600 рублей, за такую цену и сборку вполне годный набор. Можно порекомендовать, потому что тут цена-качество как бы соответствует реальности. Хотя, собрав 7 самолетов и вертолетов, понял для себя, что авиация это не мое. О других наборах расскажу уже в следующих роликах. Это Су-25, МиГ-24 и немного вертолетов Ми. И на этом я буду прощаться. Спасибо, что посмотрели данный обзор. Обязательно прожмите свой царский лайк под этим видео. И напишите комментарий, кто уже собирал, поделитесь своим впечатлением. А чтобы не пропускать новые видео по обзорам и сборкам, не забудьте также подписаться на канал. С вами был Андрей. Всем пока-пока.